Майс ТВ представляет интервью. Воркшоп Get the Key 2015. Юлия, вас приветствует Майс ТВ в Москве. Как ощущения после Словакии? Ощущения замечательные, потому что Москва – это мой родной город. Я всегда с удовольствием сюда возвращаюсь, здесь нахожусь. Все свое, родное. Но, тем не менее, Словакия стала такой второй большой любовью. В эту страну просто невозможно не влюбиться. Она очень уютная, комфортная, очень доброжелательное население, очень гостеприимное население. Там вам просто всегда будут очень рады. Супер. Вы знаете русский менталитет, вам, как это, все карты в руки. Что порекомендуете нашим корпоративным клиентам на весну-лето этого года в качестве инцентив-тура в Словакию? Ну, что я могу порекомендовать? Пусть группы приезжают к нам, а мы уже о них позаботимся. Любая возможная программа на земле, в воздухе, на воде, под землей, все что угодно. А под землей что? Уж простите. В нашей стране часть территории принадлежит горам, потрясающим по своей красоте, ничуть не уступающим альпийским, между прочим. И в этих горах порядка 1500 пещер, которые... Я, честно, не знал. Вот. Вот, обязательно Майс ТВ это покажет, да. У нас очень много того, что многие люди, к сожалению, не знают, но то, что обязательно нужно увидеть в своей жизни. Наша пещера уникальна. Есть ледяные пещеры. В них оказываешься, как в сказке про Снежную королеву. Есть пещеры с уникальными породами летучих мышей. Я знаю еще такой факт, что в последнее время достаточно растет спрос в Словакии на лечебный туризм. Так ли это на самом деле? Что лечат россияне в Словакии? Лечить там можно все, что угодно. И опорно-двигательный аппарат, и кардиологические проблемы, и дыхательные проблемы. Словакия очень богата минеральными источниками, которые можно найти в любом направлении, недалеко от любого города, где вы будете находиться. Есть целые городки, посвященные именно отдыху на минеральных источниках. Есть термальные источники, в которых можно куда-то купаться на открытом воздухе посреди зимы. В общем, если есть какие-то проблемы со здоровьем, мы предлагаем еще попробовать Словакию, правильно? Безусловно. Хорошо. А ваши прогнозы, ваше видение, как будет сегмент Майс развиваться, русский сегмент Майс в этом 2015 году? Сложно сказать. Сложно сказать однозначно. Однозначно, да. Но в любом случае Словакия – это такое направление, которое доступно по бюджету. Это один из наших больших плюсов. И мы очень рассчитываем на то, что к нам будут приезжать люди. Мы сможем поделиться нашей радостью по отношению к нашей стране. Отлично, спасибо. Пусть так и будет. Ну и держим связь. Будем рассказывать про красоты Словакии и новые сервисы, которые там реализуются. Это было интервью в эфире Майс ТВ. Все самое интересное смотрите на нашем канале maistv.ru. И помните, the world is Mice.